День начинается с моря. На небе сегодня не облачко. Ой, водичка хороша. О, опять к фестивалю готовится. У нас тут на пляже постоянно разные международные фестивали проходят. То кино на песке, то воздушных змеев запускают. Сейчас вот будет рок-фестиваль Warner Rock 2019. От пляжа до нашего дома мы можем идти разными путями. И каждый раз идем в зависимости от того, куда надо зайти. Вот сегодня специально пошла так, чтобы зайти еще и в туристическую фирму. Хочу посмотреть, какие есть варианты экскурсий в Греции. Съездить туда еще раз хочется. Ну вот, одна экскурсия мне понравилась, и я ее купила. По дороге с моря зашла в Биллу. Просят меня все время рассказывать про цены и товары. Ну, вот сейчас я вам покажу, что у меня получилось сегодня. Меньше, чем на 400 рублей или там сколько получается? Менее 5 евро. Продукты все качественные. И практически все куплены по акции. Болгарские продукты. Значит, это пиво 2 литра. Так, дальше. Хлеб многозерновой с лимецем. Лимец — это такой вид дикого зерна. Очень вкусный и полезный. Дальше идем. Кисело-мляко, ну это, можно сказать, греческий йогурт, то, что мы почему-то называем. Значит, я купила две баночки по 500 грамм, 3,6% жирности. Молока мы много такого кушаем. Дальше масло сливочное, тоже очень хорошее. Это все из болгарского молока качественного, качественные продукты. Вот. Ну и вот такая, наверное, это немецкая шоколадочка на закуску. И вот я повторяю, что, значит, вот смотрите, я здесь себе на чеке даже отметила. То есть, по идее, по обычным ценам это стоило бы 11 лева и 46 сотинок. По акционным скидкам сегодня и по моим скидкам с карты Билла 9 лева 64 сотинки. Значит, если мы вот эту сумму разделим на 2, то мы получаем в евро. Ну, а дальше там каждую свою валюту переводите сами. Ну, и, конечно, мне вот интересно, теперь уж было бы узнать, вот на эту сумму можно ли там, где вы живете, да, приобрести вот качественные продукты, ну, вот приблизительно такого же, в таком же составе, да, в таком же количестве. Куриная грудка под кисло-сладким соусом. А рядом рис. Все в тумане, в пару. Выпаривать
или не выпаривать жидкость до конца. Что скажете? Решили оставить соус. Вечерняя прогулка по морскому парку неожиданно совершенно закончилась вот таким прекрасным концертом. Это в прежние годы очень известный болгарский певец. Как видите, и голос у него замечательный, и песни очень приятные. Ну и что уж совсем приятно, концерт этот абсолютно бесплатный. Огромное удовольствие мы получили на этом концерте. Вам бы тоже понравилось, правда? И вот когда совсем стемнело и мы пошли домой, то прямо у входа в парк увидели такую картину. Кто-нибудь из вас знает, что это за игра? Я денежку-то ему все проигрывают. В общем, сколько мы не смотрели, так и не поняли, что это такое. Зато очень я на свой новый телефон порадовалась. Камера прекрасная, правда? Это мне сын подарил.